Всем привет! Сейчас я хотел бы вам показать одно упражнение, которое поможет вам забегать назад и поможет при защите, при атаке ног. Принимаем положение упора лежа. Вот встали, приняли положение упора лежа. Оторвались носками от ковра и приставными шагами начинаем забегать в правую сторону. Руки перемещаются, а ноги делают приставные забега. В правую сторону. В левую. Таз не поднимаю, а прижимаю к ковру. Вот так. Вот так не надо поднимать таз. Таз должен быть прижат к ковру. Так надо делать вначале постепенно, медленно, и потом доводить до максимальной своей скорости. Спасибо за внимание. Надеюсь, это упражнение поможет развить ваши скоростные силовые качества.